Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами игра Death Stranding, и сейчас я покажу вам, как настроить мертвые зоны джойстика. Итак, мы выбираем параметры. Далее выбираем параметры управления. Здесь у нас есть пункт «Мертвые зоны джойстиков». И мы можем здесь выбрать от 0 до... Ого, до 10. Вот, и вы можете здесь выбрать зону и пройти вниз и нажать «Подтвердить». На этом все. Спасибо за просмотры, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.